Что делать, если у твоего ноутбука во время работы появился посторонний гул, шум или свист? Давай покажу, но для начала подпишись и поставь лайк, чтобы TikTok понимал, что тебе нравятся полезные видео. Сняли заднюю крышку, и вот он наш виновник. Аккуратно откручиваем вентилятор, а также снимаем его разъем. Как правило, на самом вентиляторе тоже есть один или несколько болтиков. Откручиваем их, чтобы разобрать его. Далее нам необходимо извлечь клетчатку вентилятора, аккуратно потянув ее наверх. Далее берем силиконовую смазку. Купить ее можно на Озон или Wildberries. Далее наносим немного силиконовой смазки на вал клетчатки. После этого устанавливаем ее обратно и проверяем результат. Отлично, вентилятор как новый. В данном видео нельзя не упомянуть о двух важных вещах. Первое, вентиляторы бывают разборные и неразборные. В нашем видео попался разборный вентилятор, поэтому мы его успешно смазали и он перестал шуметь. Но бывает и второй случай, когда вентилятор неразборный, или после того, как вы его смазали, он все равно продолжает шуметь. В этих случаях избавиться от шума поможет только замена вентилятора на новый. Купить его можно на Озон, Wildberries или ParsDirect. Подписывайтесь и ставьте лайк, если было полезно. Удачи!